Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. И сегодня у нас будет лазерная мания. Нам нужно уничтожить 15 предметов лазером. Давайте попробуем. Давайте сыграем. Так, вот у нас чувачки бегут. И нам нужно будет лазером уничтожать всех. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Так, еще какие-то... вот эти вот штуки лазером ходят, убивают. 15 объектов надо уничтожить. Есть. Давайте, а чего вы там не уничтожаете? Они энергией еще должны наполниться, что ли? Ух ты, ё-моё. Ты подумай. Ладно. Так, все, наполнились они энергией. Теперь будет уничтожать. Давайте, уничтожайте. Сколько у нас там? Ох, что это такое? Гигант там. Ой, хорошо. Сейчас я буду гигантиком уничтожать тут все. Так, ну что, мы выполнили уже задание или нет еще? 15 объектов мы уничтожили или нет? Да, победа! Отличная работа, ты выиграл 10 алмазов. Ух ты! Спасибо! А теперь, чтобы дальше играть, нам нужно либо 50 алмазов потратить, либо через 7 часов бесплатно поиграть. Хорошо. Так. Бесплатные бриллианты. Посмотрите короткое видео и получите 5 бриллиантов. Так, вроде бы бриллианты я получил, а может быть и нет. Так, а у нас какие там задания, давай посмотрим. Так, клонировать 6... ниндзей нужно убить и 6 зомбаков клонировать. Нам нужна ложка. Ой-ой-ой, что я там стою-то? У нас всего лишь 2 зомбика. Поэтому мы там ничего не сделаем. Особого ничего не сделаем. Хорошо. Так, тебя сейчас мы съедим и идем дальше. Вот такие вот зомби. Зомбарики. Опа, съели кого-то. Идем дальше, прыгаем. Ой-ой-ой-ой, пропасть. Пропасть, чуть не провалились в пропасть. Так, съедим. Давайте монетки. Так, автобус мы не можем, пока нас мало. Вот, толпу сейчас съедим. И как раз нас будет побольше. Так, кто там у нас? НЛО нужно... 6 чуваков копировать. Ну, мы просто бегаем. Аккуратненько. И ждем, пока НЛОшечка сама нас не скопирует. Не клонирует. Вот, она ходит и все клонирует. Ага, я вижу, кого она там склонировала. Зомбарика. Девчонку склонировала. И все, что ли? Этот самый НЛОшечка пропала. Так быстро. Да вот птица, коробка, она не особо и помогает. Она у нее мощности мало. Надо будет ее как-нибудь прокачать. Так, монетки соберем. Спасибо. О, нет, нас всего лишь 7, надо 8, чтобы автобус перевернуть. Вот, чуваков, смотри, сколько много было. Так, монеты. Так, 11. Смотри, как много парашютистов. Как я люблю парашютистов, а? Так, пока... Ой-ой-ой, потеряли несколько. Так, дракошка. Опа, давай, дракошка. Дракошка, лети. Лети вперед. Ух ты. А что это было только что? Башки не стало у дракошки. Дракошечка, давай, аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Да ё-моё, у меня же эта дракошка сейчас помрет. Так, машинка взяли. Поехали дальше. Да, бомбочки, все поздравались практически. Одного потеряли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, что у нас здесь? Монетки? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что там? Тот потерялся, да? Все, зомбик. Угу. Все, бежим. Ох, ты вообще скорость огромная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Щелкнули нас конкретно. Так, посмотрим, сколько у меня алмазов вообще всего. Где мои алмазы? Слушай.
Задачу заходим. Так, что это такое вообще? 3 часа 38 минут, типа мне 15 алмаза дадут или что? Так, а ну-ка. Клонировать, клонировали, 3 осталось. Ладно. Поехали дальше. Подожди, а где мои алмазы? Сколько у меня всего алмазов? Так кто мне скажет? Где я смотреть, сколько алмазов? 28 алмазов у меня, что ли? Тогда я могу птичку купить. Новенькую. Ну как купить? Я куплю яйцо. А какая птичка там получится? Я не могу точно сказать. Ладно, бежим. Вот шоколадка. Так, дядька, иди сюда. Сейчас мы тебя съедим. 5 зомбаков у нас. 6. А сколько максимально много зомбаков ты собирал? Напиши в комментарии. Я собирал где-то больше 40, это точно. Больше 40, может... Ну, до сотни, это точно. Больше 100 я не собирал зомбаков. Надо будет... это исправить. Как-нибудь. О! Так, у нас этот НЛОшка работает. Все. А ну, задание мы успели. Да ё-моё, надо еще клонировать 3 через НЛО. Ё-моё, а чё ж мы не успели-то, а? Ладно, сейчас попробуем. Подождем, может быть, найдем еще одну бонусную коробочку. Ну, конечно. Это не точно, что выпадет НЛО прям. Так, эти автобусы. Машинки. О, давай еще кого-нибудь. А, цунами. Ну, цунами тоже хорошая штука. Поможет нам собрать побольше зомбачков. Зомби-цунами. Вот она, игра. Зомби-цунами. Такие вот чуваки бегают и все ломают. Это зомби-цунами, ребята. Все, видишь, у нас уже 17 зомбарей стало. Сейчас половину, конечно, потеряем по дороге. О нет, бомбочки. Они все взрываются. С этих бомбочек. Ой-о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 й
Так, а что у нас там? А, задания такие сложные-то, а? Ладно. Так, смотри, подожди, в магазин заходим. 28 у меня этих бриллиантов. А этот стоит 30. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. А, два бриллианта. Два бриллианта не хватает. Где бы найти мне два бриллиантика, а? Интересно. Так, а ну-ка. О, дядька. Тетка сидит. В машине кричит, руки подняла. О, парнишка, спасибо. Теперь я смогу машинки ломать. Ай, нету. Кстати, можно потом раскрутить полностью. Будет 4 зомбака в начале игры. И тогда можно будет все начальные машинки мы зомбиками будем открывать. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Опа! Так, вот балун. Балунчик у нас. Так, а что там на балуне надо было, нет? А, нет, нет, это было старое задание. Я вот помню, что надо было. Было или пролететь там что-то. На воздушном этом шаре. Так, а где у нас коробочки-то с бонусами? Нужно срочно коробочку с бонусом.
Да, была у меня как-то птичка, которая давала постоянно монетки время от времени. Но, к сожалению, эта птичка не выпала, а выпала другая. Ну, так даже интересней. Потому что всех птичек тоже надо открыть еще уметь. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, тихо-тихо-тихо. Так, монетки забираем. О, кто? Ага, вот эти вот чуваки. О, 3. А, тут один? А, нет, двое, минимум. Ну, этих танкистов много обычно сидит. Так, этого не успели взять, а, чувака. Так, 19 у нас зомбаков. И потихонечку мы потеряли. Теперь 14. Так, продолжаем прыгать. Ой, автобус можно было взять. Ё-моё. Ладно. Ничего страшного. Хо-хо-хо-хо-хо. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-то. Увлёкся. Бомбочками. Автобус. Автобус нам помешал. Автобус, ребятушки. Ну что ж, мы ничего не открыли. Давайте лотерейный билетик хотя бы попробуем открыть. Что же там лежит, неизвестно. Смотри, а мы тут не узнаем. Мы даже тут все открыли, и ничего не понятно. Так, следующий. Втирать здесь написано. Ну давай так. Тиранем. Непонятно. А, 100 монет. 100 монет. И здесь мы открыли бонус 10 секунд. Мало. Ну, конечно же, мало чего-то интересного. Ну что ж, ну а мы будем заканчивать эту серию. И всем большое спасибо за просмотр. Обязательно поставь лайк этому видео. И подпишись на канал, пожалуйста. И конечно же, передавай привет и пиши в комментарии привет. Я тебе передам привет в следующем ролике. Всем пока-пока.